Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Профит, Васаби, Фриз, Фуфло, Подлючка, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я скачал нового реалистичного абунга, вот так и называется, реалистичный абунга. Если тебе текущий приятного аппетита, у нас сегодня выживание, веселье и угар. Погнали. Так, для начала ставлю одного, а то бы не смотреть, лагают они или нет. Смотрите, насколько классная текстура, и он даже какие-то звуки издает. Ну да, вот что-то болтает, ходит. Так, одного мало. Одного мало, давайте сразу лупанем. Ох ты, блин, вот это я увалился. Но я поддался ему на самом деле, как Дима. Всегда. Дима, он с нами разговаривает. Я знаю. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться или попасть в ролик, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Ну, они, кажется, такие же по скорости, как и те, да, которые у нас были? Немножко, может, медленнее. Они так прикольно, они битбоксят даже. Смотрите, как красиво он замочил его. А чё они все за мной? Вот скажите мне вот это вот, пожалуйста. Почему вы все за мной бегаете? Тут же хватает. Потому что заслужил. От меня воняет, кто-то сказал, да? Не, заслужил, потому что... Я наодеколонился бунговым одеколоном, чтобы они меня мочили. Вот сейчас они меня не достанут, смотри. Ай-яй-яй, упадут? О, ребята, от них можно спрыгивать. Ой-ой-ой, забыл, они тоже спрыгивают. Еще бы чуть-чуть бы, ребята, еще бы чуть-чуть, но я не попался. Так, я так понимаю, что надо добавлять еще. Саня. Есть, я поставил. Кстати, знаете, что я заметил от этих абунг? Они не телепортируются. А те абунги телепортировались. Вы ведь хотите, чтобы Дима умер, да? Ой. Я специально так поставил абунгу, чтобы вы слились. Ах. А что ты хотел? Выживать всегда так не будет. Короче, по старой схеме в конце ролика будем смотреть, у кого сколько смертей. Я так думаю, что вначале перед записью вы не сильно друг друга мочили? Мочили очень да. Сильно. А, мочи очень слабо. Очень слабо, да? Особенно наши с Радексом выступления. Гусанёк, привет. Привет. Бегите. А он не спрыгнул, это прикольно. Ой. Так, я понимаю, еще, да, надо добавлять? Да, давай. Давайте как раз будем проверять, насколько они оптимизированы. Мне кажется, они вообще не тормозят, да? Четко идут. Да, нет, вообще и четко. Типа, знаешь? Они меня я, похоже, понял. Ребята, я их поставил по всей карте специально. Все, сейчас мы спрыгнем вот здесь, чтобы сразу не проиграть. Ну что, я думаю, Дима, я поставил где-то около 50 штук уже. Дима, тебе конец. Его вдруг. Ой-ой-ой, толпа какая, это жесть. Вот это класс. Васаби, посмотри, сколько за мной бежит. По всей карте ребята наставил, по всей. Они вон купаются, кстати. Хотел Диму застопить. Не, не надо, никогда в жизни. Вот это их много, это просто не... чувак, отлетел красиво. Дима, они не могут в воду залазить. Могут. Опа-па. Могут. Знаешь что, Дима, они нам хлеба предлагают. Так бери хлеб. А мне вкусный. А я хот-дога возьму у них. Васаби. Смотри, как мы подлетаем, когда они нас под водой убивают. А, ты давай, умри. Умирай, потому что нам надо в конце ро... Блин. Вот куда это я сальтуху закрутил. Красавчик. Убей меня. Я так заметил, когда они убивают красный экран. Раньше такого не было, да, когда убивали? Да. Это именно от них. Дима, ты на гимнасте, что сальто делаешь? Ну да, я ж тренировался. Именно смерть от абунги, это сразу сальтуха. А вообще без проблем спрыгивают. Че, еще добавлять, пацаны? Да. Нет. Давайте проверим, у кого какой пинг. Лагает или нет. А, я вспомнил, они никого нет. Не, у меня не лагает, у меня 5 пинг, это означает, что мой компьютер еще все тянет. Короче, хвостит берет. А ты что? У меня пинг маленький, все хорошо. Добавляем еще. Нет, зачем? О, все, лимит, ребята, 100 штук поставил. 100 абун. Оно и видно. Даже 101 вроде бы. Ну все, повыживаем, посмотрим, кто сколько выживет. Может еще добавлять, не? Нет. Не надо? Хорошо. Давай еще добавлять, если их можно будет исключить. Так, тихонечко. Да блин, увязался за мной, подлец. О, еще один умер, я вижу, Радекс. Саня, я так понимаю, бегать, умри. При таком количестве они просто окружают, да, никак не убежать от них. Или возможно? А пуфлика ЛТБ крысы. Я убегаю уже 5 минут. Молодец.
Ну да, ролик раз 5 фуфлик, минут. Фуфлик, резайся давай. Эй, фуфло, ты чё? Нельзя так делать. Ты что, как гусанёк читер? Обманщик. Саня, как обычно. Дим, понимаешь, он знает то, что кто самый лучший убегальщик и за мной бегает. А, ну это ты уже мою схему, да, своровал? Офигеть, их там на спавне. Интересно, догонят? Ой-ой-ой! Да блин, я думал, я нашел место, где не убивать не могут. Они на спавне зацепили. Это жизнь какая-то. Прикольно, они битбоксят. Так. А они там что-то говорят про битбокс. Ты думаешь? Да, я там что-то не говорят. Да, я прям слышал. Я вот они сейчас рядом со мной пробежали, они сказали про битбоксы и начали... Дима! Да я случайно машину взял, я не хотел. Случайно? Я на машине выживаю. Чё, офигел? Я беру РПГ. Ой, они мне колесо отломали. А, я без колес. Газуй, 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 газуй. Они все в подвале. Ой-ой-ой, что делается? Они машину ломают, смотрите, как они бьют. А я целый. Так они хотят попасть ко мне в машину. Ой-ой-ой, я живой! Я живой! А вон машина моя, смотрите! О-о-о-о, сальтуху закрутила, неплохо. Это было прикольно. Что, вон за ним? Газуй, газуй, газуй. А, опять колесо оторвали! А. Вот это жесть! Они моментально, смотрите, сколько их набежало. Текстурка очень круто сделана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отвалите от меня. Сейчас машина взорвется. 3, 2, 1, 0. Взрывайся. Ой, как по таймингу угадал. А я в этот раз умер. Так, бежим, бежим, бежим. Куда его? А, да я ж бежал. А, да блин. Это просто жесть какая-то, их настолько много. Надеюсь, тут никто меня не встретит. Подкинули. Да они нормально так подкидывают, пацаны. Ты четко. Они не любят стоять на месте. Ай, колеса, колеса! Назад, назад, назад. Давай, давай! Ну блин, а! Ух ты, что! Смотрите, что они с машиной сделали! Ой-ой-ой, еще их в воздухе машину бьют! О-хо-хо-хо, они психи! А что они за машина? Там кто-то сидит в машине, да? Дима, у меня вакханалия тут. Да, я вижу. Я сижу. Так, я знаю, ребята, что надо сделать, чтобы повыживать. Сейчас мы кое-что проверим. Нет? А вот давайте проверим в танке, они меня поймают или нет? Да что, негодяй! Ой. Ого, а вы что, на крышу позалазили, пацаны? Мы ж не договаривались на крышу. Ай. Они меня подкинули. Ой-ой-ой, танк поломали! Даже танк! А я знаю, как он. Как они бьют по танку. Мне кажется, танк они будут очень долго бить. А если я выйду, я сразу умру или нет? Как вы думаете? Да. Давайте посмотрим, насколько они долго танк будут бить. Это гул стоит. И пацаны, я на себя их всех заманил. Они все против танка. Вот кто спавнит? Что творится? Так, я попробую выйти. Ой-ой-ой. Что с танком? Беги! Короче, если убегать, то лучше на легковой. Да блин, я не успел, опять колеса оторвали. Негодяи, помогите! Ух ты, я без... А, без колес еду? Я газую. А если от первого лица? Что творится? Нереальное количество. Сейчас они меня опять окружат. Они на машину заплазят прям. Так, еще дым не идет с капота, значит все нормально, я выживаю. Я выжил. В принципе, 95 хп, мне взрывом откинет, я выжил. Сейчас мы это как раз и проверим. Тут на будущее знать.
Ты так густо и... Кнопку пробел. Танк ломает мгновенно. Машины легковые ломают мгновенно. Да, даже... Ой, лагает, пацаны, вы там что-то спамните. Мы ничего не спамним. А. Короче, я удалил машину, думаю, я выживу, а я не выживу. Красота, стоим. Кстати, у меня, наверное, будет самое меньше смертей. У меня всего 15 смертей, вы представляете? А ты у ОЛТБ посмотри. ОЛТБ? У Радекса посмотри. Ого, 40. Ну, пока мы все на последнем месте. Короче, я знаю, на чем поеду, я нашел танк. Ой, блин, провтыкал. Ой, колеса нету. Провтыкал, а, передний привод был. Ах, да что это было? Это просто трындец. Ой, я проехал их. На машине? Да. Молодец, повезло. Ой, но не ой, ой. Это просто жесть. А, ух, кто ушли в машину? Сальтухи такие, тут они как в салют разлетаются. Ну, машину так, так, так. Машину удалил кто-то? Правильно, да. Ты должен был умереть. Правильно. Ты же должен быть на последнем месте. Ну, пока мисс Радекс у нас, да, хуже всех. Радекс, это я. На тебе вам машину. Это шутка, Радекс, это не я. Ха-ха. Посмотри, беги быстрее. Куда быстрее бежать, я думаю, какую машину буду спавнить. Ого, они там машины вот долбят. Вот, смотри, какая классная. 101 бунга. Это просто, даже типа, да, 101. Так, хорошо выживают, прям, знаете, классно. Они прям не сильно-то и мочат. Ну, давай, подойди, устай. Нет, ну так я просто убегаю от них, я ж умно делаю. Я успею, вот смотри, сейчас пропрыгаю здесь. Пробелом вообще легко выживать. Просто нереально легко. Ой, в воду упал, блин. Случайно посмотрел на другой экран. Мне кажется, они в воде меня убьют. Блин. Ой-ой-ой-ой, быстрее, быстрее, быстрее. Я успею на сушу. Давай, давай, аж ноги поджимаю, так плыву. А, есть, есть. Да. Пацаны все затихли, но я вижу, а кто вот... там летает? Регулярно кто-то сливается. Я. Нате вам диван, понюхайте. Я не могу, они Радекс даже... Радекс даже с джедайским мечом не может. Да? Джедайский меч, в принципе, да. Даже мешать будет. Не, у джедайского меча там пропил. На, колеса оторвали. Давайте поможем Абунга. Ого, они даже гранаты откидывают, невозможно. У них как щит свой. Ай, блин, не увидел, откуда он взялся, этот мордоворот. Ой, красиво! Это было эпично! Ой, красиво! Было бы там окно открыто, я бы окно залетел. Опять кого-то бьют, я слышу. А кто-то в машину сел просто умный. Но я не думаю, что если в машине сидеть, по-любому смерть сразу. Там лучше бегать без машины. Я уже заметил, что как машина, это каждый раз один к смерти. И это последнее место. Давайте посмотрим. Фуфли, кресло и садовань. Сейчас. Помог. Ой, а чья-то машина поломатая. Поломатая. Это не толпой. Ну да. Жок. Отлично. Я даже никого не вижу. У нас 8 человек, я вот не вижу никого. Где все? Вы где, пацаны? Заспамниться невозможно. Ходим, гуляем. А, даже заспамниться невозможно? Да. Ну, в этом же прикол, надо просто подождать, пока они отбегут, а вы же сразу спавнитесь. Нет, там кто-то просто стоит. Ой, блин, не ту кнопку нажал. Ой, я не хотел, извини. Обстоятельства. Кто стреляет? Так, ну раз война. Я не хотел тоже в этот раз. Летел. А! Ой. Ай, блин, не увидел. Ну что у нас? А ну да, в принципе, я сам начал. Еще плюс обунги. Красиво в воздухе убил. Да это не я. Это не я.
Вакханалия, ребята, начинается! Опа, падали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я что-то думал, они в щели туда попадают. Мы от Абунг будем быстрее умирать. Ой, лох Радекс. Мне интересно, они сюда придут? Ой-ой-ой, я забежал в темную часть карты. Ой, Дима, они все к тебе. Идем Диму на перехват ловить. А! Блин, я испугался! Зато я их заманил немножко. Ай, кто-то по мне попадает. Ай, сзади. Красиво. Красиво. Ай! Это карма, я убил его, а они убили меня. Ай-яй-яй! Я еще оставлю, пацаны. Или не надо? Не надо, и так убирает. А кто в машине сидит? Не надо. Да надо, надо. Блин, я не то нажал! Я не то нажал! Дима, куда ты попал? Да я случайно! Да я не хотел, это случайно. Ой-ой-ой, не ракета! Ракета в воздухе! Прощайте! А потому что заслужил. Прощайте! Hello, this is your former president Barack Obama. Ой-ой-ой-ой-ой! Да ё-моё, даже заспавниться невозможно. Я возрождаться не буду. Бомба летит. Нет! Ладно. Эй, блин! Так, ну что, я очищаю карту. И мы смотрим, кто сколько раз умер. Проверяем. Кирилл, я видел, он просто не спавнился. Кто-кто? Я спавнился, я умирал Фриз. Сразу. Фриз, хорошо. Так, смотрим, у кого самое больше смертей? Радек, 73 смерти. А самое меньшее? У подлючки. А нет, у Фриза. Ну он читерил. Нет, Фриз читерил, он не спавнился. Хорошо, смотрим следующее. У подлючки тогда меньше всего. Все, подлючка. Я спавнился. Первое место, Радекс последнее место. А второе место да. Занял у нас я. Молодец. Нет, ты софлову разделил. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, подлючка, форум, гусанек, профит, угабуга, Фриз. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Так, а всем здравствуйте. Всем привет. Вы уже поняли с названия, что сегодня у нас будет реалистичный абунга в просто гигантском лабиринте. Если тебе текушите, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Пацаны, разбегайтесь, потому что сейчас я им включу искусственный интеллект, и они все резко начнут бежать в лабиринт. Чинг, чинг. Все, движ побежал, ребята. Кто первый умрет, тот лох. И давай, Дима, умирай, как всегда. Не, я твою привычку брать не буду, это ты умираешь у нас обычно. А будешь. Я уже в лабиринте, все. Моя цель добежать до вышки. Так, возьмем монтировку в руки. Уже на вышке. Чтоб видеть, кто первый умрет. Кто у нас? Лёшаря! Дима, лёшаря! Не, я не лошара. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайкосики, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. У нас уже 43 или 44 тысячи участников. Поэтому у нас всегда весело и прикольно. Заходите, не пожалеете, вас там забанят. Ой, там есть с кем пообщаться. Есть! А кто умер? Сталкер. Сталкер, дурак что ли? А, так сталкер это же внизу NPC стоит. Это же не то. Ага. Так, отлично. Мне кажется, надо еще ставить, да? Да. Ну, не знаю, давай. Ну, во, есть, заварной кофе. Лох. Лошара. Еще сталкер умер. Это Дима, что ли? А, это не Дима. А какой у меня скин? У меня скин охранника. Охранника. Полицейского. Еще один сталкер. Так, пацаны, это я сейчас, Дима? Короче, забегаю на вышку. Да. И еще ставлю штук 10-30. Только не с нами рядом, пожалуйста. Заварной кофе, хорошо. Ты что, сегодня решил один умирать? Да я ж только заспавнился. Такой звук прикольный, когда ты сказал в игре и так. Дима, мы ждем, у нас тут чаепитие. Ну все, пацаны, обратите внимание, что я их уже поставил очень много штук. Ой, а мне страшно, сейчас уписи. Короче, 20 штук, а то я, наверное, 30 поставил.
Смотрим, смотрим, должны подниматься, по идее, к нам сюда. Все, пошел, пошел. Кстати, он через стекло убивает, будьте внимательны. Они прыгают. Нет, не умер. О! А я? А чё я? Ой, как я жестко ударился. А заслужил. Да, ребята, я поддался, на самом деле, специально, чтобы они выиграли. А я на этом. О, Гусанёк, ты тоже... Ты тоже слился. Хе-хе, это хорошо. А я живой. Ой, не долетел. Так. Нет. Я представляю, что сейчас я где-то встречу Абунгу за углом этого лабиринта. Это будет очень сильный испуг. Надеюсь, я его выдержу. Профит слился. В конце ролика, ребята, мы посмотрим, кто больше всех умер, а кто самое меньшее. И у нас будет первое, второе, третье место. Нет, у нас будет первое, последнее и второе. Во. По старой схеме. Ладно. Я буду первым, говорю сразу. Ну вот в этом месте трогает. С вами как раз и узнаем. Ага. Да, тебя убили, конечно, сразу меня. Блин, он на голову мне прыгнул, представляете? Просто на голову. А! Я живу. Я живу. И, блин, на. Ох, как все начали умирать, ребята. Ну что? Обязательно влепите лайкосик, чтобы ролик попал в тренды. Чтобы больше всех людей поржало, как мы все сливаемся. Так. Идет так. О, знаете, что мы сделаем? Надо в этом ролике придумать какую-то загадку, и кто в комментариях ответит, тот попадет в начале ролика. Пацаны, кто знает классную загадку? Висит груша, нельзя скушать. Никто. Ну, я понял. Груша. Ты вообще, я испугался. Так, так. Я, ребята, на следующий ролик подготовлю очень классную загадку. Я, может, сейчас во время ролика еще придумаю. А что-то я вспомню. Могу рассказать загадку. Рассказать загадку? Я. Она смешная, да, еще? Что приходит, не приходя, и уходит, не уходя. А, это ты мультик, да? Я смотрел этот мультик, я знаю отгадку. Ну давайте, ребята, кто ответит на эту загадку ответом правильным, попадет в начале ролика 100%. Могу еще свою сказать. Ну давай, давай. Они могут загуглить. Значит... Если бы вы родились 10 лет назад, сколько бы вам сейчас было лет? А, это дефолт. А, я, кстати, дефолт. Тоже это знаю. Да. Не, если даже они загуглят, ну там могут неправильно ответить. Не, ну у нас же такая фишка, что должен первый ответить. То есть, кто первый это сделает, я же буду смотреть по времени. Там же будет написано час назад, там 10 минут назад. И кто первый ответит на загадку, что уходит, не приходя и уходит. Уходит, не уходит. Тихо! Как там загадка была? Абунга! Что приходит? Кайда на YouTube отниматься. Не приходя и уходит, не уходя. Не приходя. Это я. Ой, блин, Дима. Умные люди собрались. Давай, иди сюда, я тебе дам руку. Иди, подойди, подойди. Кстати, Дима, а я ж теперь жесткий паркурщик. На тебе ногой хочу по башке дать. Ладно, рука не дается. Гусь сойдет, побежали. Дим, не хочешь потрогать меня за хвостик? Какой гвоздик? Да у гусей вечно хвосты обосраны, извини. Я твой хвост обосраны трогать не буду. Лапку потрогай, лапку. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы наши ролики смотрите и немножечко даже улыбаетесь. Ай, блин, не допрыгнул. Ой, умная Абунга. Дима, Дима, давай ногу дам. Не, не надо ногу. Я слышу Абунга. Блин. Ну все, вот сейчас я дойду точно до башни. Смотрите, ребята, это идет профессионал. Все, никто меня не убьет. Смотрите. Давай, не доходишь, лох. Все, да, согласен, да, давай, не дохожу, лох. А надо прям подняться на башню или просто дойти? Да. Подняться. Да. Может, давай дойти, давай дойти. Прямо давайте дойду, потому что хочется хотя бы быть наполовину лохом. Ох ты ж. Так, отлично. Я уже ближе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, помогите, там Абунги за мной гонятся. Мне страшно. Ого, они прыгают. Они прям жестко прыгают. Форум, а ты как туда попал? О, Гусанёк, а что ты через тут? Через вышку. А я тут бун. А, бегите, бегите, глупцы. Я до башни добежал, все, я не лох. Я добежал, я прям коснулся ее. Ай, блин, прикольно. Так что, пацаны, я не лох. Хорошо. Не рассказывай. Ты сказал, что ты все вынесешь, на запись я увидел. Так, все, беги, беги. Ладно, ты наполовину лох. Спасибо. А, ну ты хорошо. Что ты сделал? Ну извини. Вот, вот тут по прямой чисто бежите и прыгайте, и все, и тут башня сразу будет. Их слишком много у башни. Ух ты, вот это подача! Красиво! Вы видели, как я подлетел высоко? Да. А ты куда летишь?
Все. Сразу стратосферу. Это просто невозможно. А их не пригвождать, да, нельзя, я так понимаю? Нет, я даже не... Нет. Вот. А я проверял, я тоже знал. Ага, расскажешь. Ай, блин, не допрыгнул. Дима вот так упал. Споткнулся. Все. Бежгу. Бежгу. Бегишь? Жги. Бежги, бежги. Дима, ты еще скажи, что ты всех победишь. Побежу. Победю. Нет, расскажешь, расскажешь. Так. О, Дима, посмотри назад. Испугался? Ну, давай, отходи. А знаете, а, какой все-таки дать? Плюс этого Абунги? Какой? То, что он учит нас битбоксить. Ага. Ой, Дима, а! Это жесть, просто жесть. Вдвоем умерли. Красавчичелла. Дима, сюда, быстрее. Пацаны, еще ставить? Да. Давай. Да, давай, давай. Я сейчас. Прям возле башни. Ой, подождите, они что-то зависли. Нет, Дима, не надо. Надо. Я думал, вы меня сейчас просто подставите. Че? Много. Мне зачем такие подарки? Ну что, ребята, штук 60-70 я поставил. У меня ж немножечко начало подлагивать, если честно. У меня тоже. Чуть-чуть. Да блин, я не могу, это вода. Отлично. А! Ты чё делаешь? Я на вышке. Короче, пацаны, я на вышку. Дима, а всё, моя базука улетела. Дима, это я по тебе стреляла. А, да? Ну всё, я тебе запомнила. А, ты просто так меня стрелять начал. Эй, да перепутал. Просто на пулях было твое имя написано. Ладно. Да кто? Прощайте! Yes. А чё у вас так много? Куда вы так? Вот это жесть, ребята, их наставил. Так, всё, прыгаю в лабиринт и попытаюсь убежать. Да ё-моё, даже секунды не прожил. Да, пробую, пробую, пробую. Помогите! Помогите! Ай, блин, он ждал меня на входе в лабиринт. Вот мне так же было только что. Да, какие они? А он этот... Ой, соскользнул. Да, ну я сказал отойти. Бегу, 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 бегу. Постарайся убежать. Они сзади, они сзади. Так, где Дима? Выслеживаем Диму. А зачем я тебе нужен? А где эта перхоть бегает? Чешуя? Постреливать будем. Перхоть. Дима, давай я фото на тебя. Где эта чепуха? Дима и так бедный умирает. Я не буду на последнем месте. Я думаю, что кто-то другой будет на последнем месте. Я буду первым. Кофе не это мы как раз и узнаем. Узнаем, я буду первым. Ну все, я уже хорошо прям убежал. А! Блин, да так, блин, сердце встанет. Вот это оно жестко мочит. Просто нереально. А что я сразу? Бегу, бегу, бегу. Эй, быстрее, они сзади. Ребята, сзади. Сзади, сзади. Я стреляю. А, соскользнул! Вечно, когда начинаю переживать, падаю в лабиринт. А! А тут же есть еще второй в лабиринт. Ну там вообще жестко выживать. Ух ты, вот это уклонился, вы видели? Это было просто по красоте. Уклон от бога. Ну пинг. Пинг? Пинг. У меня пинг. Я удаляю, я немножко поудаляю сейчас, ребята. Ой, ой, извини. Я штук 15 удалил. Ну их очень много. Ну и так нормально, мы ж так любим выживать, чтоб страдания и боль. Браво, браво, браво. А-а-а, я упал. Все, прощайте. Все, я выживу. Да, они даже за мной не идут, смотрите. Ой, ой. А ты к башне пошел, да? Я пошел в одно место, я не буду его называть. Меч убери. Тут под невидимкой кто-то. Ай, кто стреляет? Ой, а че у меня белый экран так сделался? Это флешка. Да. Скоря... да сколько а можно? Так, где там Дима? А вы что, хотите меня убивать? Блеет. Ну да, есть, есть немного. А да блин! Дим, ты пока что на последнем месте, это хорошо. Я? Да, посмотри. А, да. Я? Втыкал. Так вы поехали по бортикам, конечно. И что? И что? Я немножко удалил еще их.
Да ё-моё, я вечно падаю с этого лабиринта. Как на краешек падаю, как будто нога скользкая в солидоле. Вечно соскальзываю. Почему так физика сделана, непонятно. Она в мыле. Пятки в мыле. Мыльная по-моему. Нога. Да-да-да. Тебя можно убивать? Ну если ты это или сделаешь, то... Ну давай, попробуй, увидишь, что я тебе потом сделаю из-за этого. Давай. Подожди, меня залагало что-то. Ну все. Я вижу, Тима бежит, бежит, бежит. Я уманал, я лучше буду по низу идти, чтобы вы меня не убивали. А я тебя вижу, кстати. Он сзади меня прям. Ах! Ну ё-моё, ну как выжить? Они очень жесткие, ну прям нереально. Ой, не надо палять, не надо, я хороший. Ай, помогите! Они мечи используют, конечно, ребята. Вот так, конечно. Да, убил. Вот так, да? Вы хотите, чтобы я был на последнем месте, да? Нет, слой гусь. Нет, только без ядерок. Не, ядерку не буду кидать. Зачем мне ядерку? Я другое кину. Давай. Как всегда, поставила маленькая ядерка. Нет, Дима, только не она. Да это небольшая бомба, она маленькая. Где? Да знаем мы. Да. Зачем нам такой подарок? А вы хотите, чтобы я был на последнем месте? Я не дам этого сделать. Она вниз. Саня, отстань. Чего ты меня трогаешь? Нифига себе, не отлетел от бомбы. Заслужил. Ты зараза. Саня. Вы что, меня снайперка решили отстреливать? Да, мы тебя будем отстреливать. И не только. Все, хорошо. Пацаны, это вы сейчас зря делаете. Вы понимаете, чем это может закончиться для вас? Дима, так это я делаю. Меня... Он ядерку возьмет сейчас. Трави. Нет. Он не сдержит слово. Я обещаю, что ядерки не будет. Саня, ты меня бесишь. Да ты задрал. Наспавню с той... Ой. Ой. Чё? Не попал. Ой-ой-ой. Попал. А вот теперь попал. Да ну. А вы что хотели, ребята, убивать меня? Не-не-не-не-не. Полетели. Сейчас идем, Дима, не переживай. А ты обидел. Дима, пробел. Нормально, нормально, пацаны. Все сбывается, как и должно быть. Ну все, тоже взрываем ядерки все. Дим, хочешь прикол? Ты по-прежнему на последнем месте. Да. Так, смотрим, кто у нас на последнем месте. На последнем месте у нас гусь Санек. Да. Ладно, пацаны. В этом ролике я проиграл. Знаете, почему проиграл? Потому что я тебя убивал. Нет, я поддался вам. Я хотел, чтобы хоть в один ролик, в одном ролике. Вот так, хорошо. Последнее место занял я. Первое место занял Фриз. А второе... Нет, а что Фриз? Нет, Угабуга, читер вонючий. А второе место занял... Я. Фриз не считается, он по бортикам бегал. Ну ничего, главное выживать, а как это происходило? Читер. Правил-то не было. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Блэк Дог, Пуга-буга, Васаби, Фуфло, Профит, Заварной Кофе, Винди. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем здорово. Всем привет. Однако всем здравствуйте. Ребятушки, сегодня у нас будет очень классная рубрика. Мы скачали «Лес в тумане» и будем убегать от толпы Абунг. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, сегодня у нас будет 100 Абунг, как всегда. Карта позволяет это сделать. Начнем с первого. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сразу 9 штук. Так, стойте, стойте. Они все за мной. Это нормально, это нормально. Я же запрограммировал на самых слабых игроков. Вот за кем гоняется, тот самый слабый. Дим, ты нам говорил, что эта карта бесконечная. Так я уже даже... Какая она бесконечная? Она очень маленькая. Наверное, даже по размеру, как, наверное, Gem Construct. Если так вот бежать вдоль ее, как раз она по такому размеру. Блин, поцеловался, блин. Дима слабый, получается. О, тихо. Ну, нет, он меня случайно убил, потому что он по пути шел. Я на горке постою, проверим, убьет он меня или нет, если я буду на горке стоять. Убьет. Нет, не убьет. Видите? Отлично. Я стоял. Я нашел место, где они не могут меня... Блин, это я проверил, види, я подался, Бунги. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами пообщаться и позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. У нас уже в Дискорде 42 тысячи человек. Даже 43 уже, наверное, вот скоро будет. Да, 43. Семь человек осталось и будет 43. Да? Ну сейчас мы их добьем, сейчас мы их добьем. Кстати, скоро стримы на моем канале же начнут выходить. Осталось немножко. Да, будем стримить. Буду стримить за этот Inside Backrooms. Я еще ни разу не умер.
Да? А где это? Я сейчас тебя буду держать. Да, нет. Так, кто его видит, физганом его держите и по бунгам скармливайте. Потому что в конце ролика, ребята, мы будем смотреть по табу, у кого больше всех смертей, тот будет на последнем месте. У кого будет самое меньше смертей, тот будет лучший игрок и еще даже роль в Дискорде какую-то дам. А если у меня все роли в Дискорде? Ну я тогда заберу у тебя роль, а потом я дам назад. Пойдет? Вот такое. Так, мне кажется, надо добавлять. А, нет, я... А, это, блин, смотри. Я когда умираю, мне как-то голова странная. Такая, как у жирафа становится. Счастливый день, я в первые 10 секунд не умер. Да? Ну, мужик. Я живу уже. Беги, беги, беги. С начала ролика. Вот, я вот тут буду стоять. Дима проигрывает. Дима умирает. Я пока меньше всех умер. 13 смертей, да, у меня? Да. А потому что вначале меня кто-то убивал. Перед записью. Это другой. А подожди, это Black Dog. А Black Dog еще ни разу не умер, да? А, я не умер уже. Не надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, короче, ребята, мы будем Black Dog'а ловить. И скармливать его бунка. Дим, ты говорил ловить его физганом, я его просто вижу. Ну все, давай, лови его, чтобы он умер. Давайте, давайте, мочите его. Уйдите, нет. Ты должен умереть, ты должен умереть. Блин, да что они за мной гоняются? Отпусти. Где он, где он? Я его тоже хочу скормить. Нет у меня. Все, есть. Я стенаю плинтус. Ты должен умереть. Вижу. Нет, я не должен. Есть, есть, давай, 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 давай. Стоять, стоять. Отпусти, отпусти! Давай, давай, а где он? Да блин, его потерял. Ай, чуть-чуть бы и умер еще. Эй, Абунга, отвали. Да что они за мной все гоняются? Ну что, издеваетесь? Абунга, вот, если... Они бегут за самыми слабыми. Отпусти! Ну я не самый же я слабый. Все, он убил. Ой-ой-ой, красавчик. Убили. Все, убивайте его. Надо, чтобы он перегнал меня по смертям. Я вам сейчас дам перегнал. А ну, шли вон отсюда. Ты не сможешь. Фу, нечистые. Я умер один раз. Да? Да. Один я. Давай. Такой... А я плинтус, я не существую. Меня просто свой убил. Мне кажется, надо добавлять абунг, чтобы тогда этот больше и больше умирали. Да, это будет наоборот, Дим, будешь ты больше умирать. А не, почему они именно за мной гоняют? Вот, вот, переключайтесь на него. Отлично. Парочку скинул. В следующий раз запишем, знаете, как сделаю? Я сделаю очень сильный, мощный туман, и будем в тумане выживать. Конечно, так, что конечно. Они за мной все гонятся, ребята? Я никак не могу от них оторваться. Приклеились, ну, что, блин... Во, я вижу, не, на кого не, надо скинуть. Не, фуфла, фуфла, у него 0%. За тобой гонятся, за мной только 4 бегут уже, минуты 2. Я их всего поставил 9, не так уж то и много. Да в углу сидит. Во, а. Я их сделал так, что... Блин, они меня убили, опять у меня голова, что у жирафа. Ставь еще, Дима, ставь еще. Еще ставить? Так я умираю очень много раз, и они все за мной почему-то гоняются. Это нечестно. Дим, так ты в начале ролика сказал, что они гоняются за самыми слабыми. Так я не самый слабый, самый слабый Black Dog. Нет. А почему я? Я не буду слабым, я не хочу быть слабым. Потому кто? Дим, помнишь закон всех роликов, то что ты умираешь всегда первый? Нет, обычно ты умираешь. Это традиция. Я еще поставил. Я еще поставил парочку. Три штуки. Ой. О, погнало, убийство ножами. Я понял с другой механикой сурса. Они по углам все позаседали и сидят. Вот, вот, ой, еще. Ай, блин, да что такое? Они меня окружили. У Абун появился интеллект. Знаете, как быстрее бегать? Никак. Спиной. Альт F4. Точно, Альт F4, ты будешь так быстро бегать, как никогда. Ты скачал мод, смотри, нажимаешь на кнопку, и ты становишься в 10 раз быстрее. Эта кнопка, знаешь, какая? Ой, что-то залагало у меня, надо удалить, наверное, парочку. А что лагает? А нет, у меня пингует прям жестко. Ой-ой-ой, залагало. Ну что, жестко. Ой, я ее удалил. А чё лагает? А чё по пингу? А, что? Эй, не лагай. Дима, тебе... Вылетел, engine error. Игра вылетела. Кстати, знаете, что прикол? Счет обнулился. После того, как игра вылетела. Вот это и хорошо. У меня теперь... Оп-оп-оп. Я, ой, в принципе, от Абунг и не умирал, я просто сам килялся, чтобы скин поменять. У меня, кстати, все еще туман. Ну все, вот теперь смотрите, у всех все по нулям. Вот с этого момента будем отчитывать. Правило ловить Black Dog'а физганом еще действует? Не-не-не, давайте все уже, теперь по-честному играем. Эх, жаль, да. Ничего страшного, переживешь. Эй, ты че меня подрезал, и у меня скорость замедлилась? А то они на него, да, переключились? Че они за мной все бегут? Ты что, самые... За мной тоже. Ой, туда тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, это была, конечно, такая смерть, я испугался, короче, немножко. А куда? А где? Бегите! Так, а ты чё мне мешаешь бегать? А чё я мешаю?
Я бегу только и вижу, как Диму этот захавали. А, понял, до свидания, спасибо, пожалуйста. Я Венди, ты крыса. А нечего по углам сидеть, Карп. Дим, ты что там сидишь? Не, я тут, вот, они бегут к нам толпой. Прощайте. Ой-ой-ой, толпа прибежала, лучше свалить. Потому что сейчас кто-то из них по-любому умрет. Кто меня блочит? Кому мне ноги обломать? Никто не умирает, что такое? Они все за мной бегут. Ой. Есть. Дворной кофе слился. Минус кофе. Кстати, что-то они на этой карте не телепортируются, это очень странно. Профит. И не надо. Так, попробую еще поставить, надеюсь, не вылетит. За мной одна бунгал. Да не должно. Почему у тебя вылетать? У тебя же нормальный комп. А это, наверное, из-за карты. У меня нормальный компьютер, но есть карта не оптимизированная. Ох-хо-хо-хо, их толпа там. Я заблочился. Живые все. Я вижу, как смерть убегает в лесу. Помогите! Помогите! Ну, штук 20 поставил, это точно. Смерть убегает от смерти. Привет, полицейский. Зачем ты ведешь их ко мне? Что это? Ой-ой-ой! Да ё-моё, да я подался, ну серьезно. Что в окружении? Они нас жмут. Жмите их, жмите. Я хочу, чтобы они проиграли тоже. Ой, Валя, потому что я один только буду проигрывать. Валя! Жесть какая-то просто. Не форспит, отдыхает. Дим, это наш прям как Форсаж 10, последний заезд. Рил. Опять за мной бегут, а смотрите, что постоянно за мной, я не профит, могу понять. Профит, посмотри назад, профит. Я еще оставлю, надеюсь, не вылетит. Иди сюда, зачем ты ведешь и говоришь, посмотри. Кто меня блочит? Пацаны нервничают, да? А Фуфло читерил. Фуфло вышел. Все, Фуфло не участвует. Все, у него компьютер не тянет компьютер. А вот сам виноват. Все, больше здесь снимается. Ром взорвался. Роль не получишь. Сенса огромная. Ой, я их наставил, ребята. Ну теперь я их очень много поставил. Давайте еще ставить. Быстрее проходили смерти. Диба, ты хочешь, чтобы мое старое сердце не выдержало этого? У тебя что, старое сердце? Ты молодой же. Какой молодой, 20 лет, это старый. Вот это я их настал, ребята, штук 40. 40 штук уже есть. Я только на секунду повернулся и... Они бегут за мной с профитом. Ой, я вижу, начинает погибать все. Все начинает погибать. Зря он туда пошел. Что за окружение? Я еще не умер. Я не умру в туалете. Отлично. О, я вижу, и трофей слил. Ой, ой, окружили демоны. Они меня окружают. Вообще, уйди от меня. Помогите, пацаны, вот это начинается веселье. Вот это жесть просто. Полный лес, облак. Вот это класс. Валим, валим! О, Black Dog, наконец-то! Я хочу, чтобы... Ой, пошло дело, ребята! Смерть всё меня уже подставила! Да, тут этих обунг миллион! Я еще сейчас буду ставить. Кто у нас смерть с косой? Кому мне ноги сломать? Вазами вопросы. Я их еще поставил, ребята, уже штук, наверное, до 50 уже, наверное, добьем. Даже уже больше 50 штук, ребята. Смерти. Ставь еще больше, у меня комп вывозят пока что. А что тут кто-то не возрождается? Это ж нечестно лежать. Не нет, да? нет. Я размансил 50 штук. Я боженька. Я вижу, ты как обычно вроде бежишь. Дима, обернись. Нет, не буду оборачиваться, я на такую штуку не ведусь. Нет. Их очень и много, справа, очень. И слева, и по центру. Там у чела 0 смертей. Это я, васаби. А он не возрождается, он упал и лежал. Я видел, Рик лежал там. Нет, я бегаю, я смерть. Да? А, тут другой уже перепутал. Смерть меня подставила. Это я, да. Никто не умирает, что за фигня? Я же их поставил очень много. Так поэтому я и смерть. Нет, меня убили. Сразу троих, нормально. Потому что быстрые ноги тренды не боятся. Новая фраза. А, не наспавни сразу. Вот это я заманил. Отлично, набиваем себе. Привет, кто там этот? Фредди белый. Привет. Белый. До свидания. Кто? Смерть! Третий раз! Вот это и жесть тут! Я их много наставил, ребята! Обязательно лайкосик, обязательно лайкосик. Чем больше лайков, тем в следующей серии мы их больше поставим. Дим, слабо обернуться? Да ничего больше. Нет, нет, я не буду оборачиваться. Ставь больше. Так куда больше? Не буду я их ставить больше, тогда вообще нема смысла. Дим, обернись, вот это контент будет для твоего YouTube-канала. О-о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 
Меня на респе два раза сняли. Мимо моего лица с обунгами. Да никто не умирает, что такое? Их же их наставил очень много. Вот умер.
Потому что мансить надо уметь. А чё так подвисать немножко? А вот это же я их еще ставлю просто. У меня нормально все. А. Не, просто когда я подхожу к куче... Ой, я их поставил, ребята, уже штук 60 или 70. А-а-а, вот это жесть. Заколбал меня был учить. Вот это класс, ребята. Вот это вакханалия пошла. Там за каждым, наверное, сейчас миллион абунт. Так, да, по-любому, на каждого распределилось минимум по 10 штук. Я шифт сломал! Shift сломал? Я shift, он у меня отвалился, я сейчас нажимаю просто на вот этот резиновый сосочек, как он там называется, не помню. У меня просто shift отлетел. Ай, блин, ты что окружили? Ну нереально, нереально. Что делать? Вот это толпа! Ай, блин, тут это дерево лопанулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Умирай, по... Ай, больно. Нереально много их. Дима, они уже в карте умирают. Рик, не веди ко мне, Рик. Уйди. Не ходи возле меня. Профит, шел вон, я сказал. Кто тут еще? Разманшу. Я матрица. Это трындец. Я самурай, я ниндзя, у меня нет цели, у меня есть лишь путь. Есть. Закончились патроны, помни, ты сам патрон. Отлично. Мама, я в космосе. Ай-яй-яй-яй, блин, я испугался. Ну все, давай, где вы? Толпа, Бунг, я вас не боюсь. Давай, иди сюда, иди. Что ты мне сделаешь? А? Ничего не могу сделать, видите? Ничего, я их вокруг горки гоняю. Ну это я поддался, конечно. Ну что, подводим итоги. Самый больше раз умер кто у нас? У меня 9 смертей. Дима. Я? Да. Ну, а что, знаете, почему я больше всех умер раз? Потому что я их ставил, и они возле меня спамнились. Ладно, проиграл. А меньше всех раз умер Уга-Буга. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Поджигай. Дима.